Всем привет, мои хорошие! У меня тут просто неописуемая радость. Помните мой ролик о том, что листопадные дендры – это не для меня? Это точно не для меня. Я много дендров раздала. У меня осталось всего парочку, но от этого я не смогла отказаться. Вот он весной пустился в рост. Вот такие у меня уже кейки. Кстати, он не отлистопадил. Видите, даже старые листья остались. И вот здесь вот тоже много новой поросли. Я ним безумно, конечно, довольна, но я пока не планирую больше покупать, потому что, блин, для меня это сильно нервы. Я реально понимаю, что осенью меня ждут очередные нервы по отношению к дендрам. Может быть, я когда-нибудь привыкну, и тогда накуплю вот такой прелести побольше. Где я взяла такую прелесть, обязательно ссылочка будет в описании и в конце ролика. Конечно же, будут ссылочки на видео о том, как я это чудо получала и сажала. Растет у меня вот в таком горшочке. Многие говорили, высокий, будет мокро. Хорошо ему тут, отлично. Я надеюсь, что он в нем разрастется, заплетет и будет очень-очень круто и очень дико смотреться. Так, пока у меня... Вот такие результаты по проснувшемуся дендру. По условиям, восточный балкон растет на окне. Поливаю по просушке, зимой опрыскивала. Опрыскивала достаточно часто, периодически смачивала, господи, корневой ком, земляной ком, субстрат. Вот как это называется. Так, возможно, поэтому и не процвел. Вы мне скажете, надо было вообще сушить, чтобы он процвел. Но кейки я довольна, потому что я... На самом деле, больше хочу пока разрастить куртину, чем увидеть цветение этого чуда корейского. И корейское чудо, потому что приехала из корейского заказа. Так, кормлю, как и всех, абсолютно тот же набор удобрений. Поливаю по листьям в основном, у меня распрыскиватель. А влажность у меня весна-осень хорошая, за 50, зимой тоже в районе 50, летом, конечно, уже сильно падает. Увлажнитель я не использую, хотя подумываю об увлажнителе, но хочу это сделать, скажем так, продуктивно, чтобы это было. Всегда работает вентилятор, всегда есть движение воздуха, хорошее, постоянное. Зимой отапливаю, но отапливаю не сильно, просто чтобы не мерзли. В принципе, днем плюс 20-22, ночью где-то плюс 15, хотя у окна, конечно, пониже будет. Так, ну, в принципе, все, ничего сверхъестественного, ничего такого эдакого. Посмотрим, как будет расти дальше. Посмотрим, что у меня из этого получится. Если у меня что-то получится, то точно прикуплю себе еще привет Свете из Германии с ее дендробиумами. Подсадила меня на это дело. Но, к сожалению, мне к ингианумам не подошли их гибриды из-за очень сильного аромата. Мне прям от них нехорошо. А очень жаль, они мне очень-очень сильно нравятся, но уже как есть. Зато есть прекрасные манилиформы, как вот этот. И с ними можно создать очень классную разнообразную коллекцию. Вот такой вот коротенький ролик о том, как дела у моего дендра. Я, честно говоря, безумно счастлива этому результату. Ох, класс, класс, класс. Ну что ж, на этом буду заканчивать. Большое всем спасибо за просмотр. Всем солнечных дней, пышных цветений. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, делиться этим видео. Это очень помогает продвигать мой канал. И еще раз огромное спасибо всем, кто досматривает мои ролики до конца. В конце, как всегда, вот подсказочки. И большое спасибо моим патреончикам обязательно. И тут уже, ну совсем прям все. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.